традиционный, респектабельный, темный. Именно таким должен быть подлинный Честерфилд, традиционный кожаный кабинетный диван. Прошло несколько столетий, и все это время диваны Честерфилда ни разу не выходили из моды и никогда не стоили дешево. К удивлению, его можно купить всего лишь за 520 латов. В жилом районе Плявники на Большой площади расположился очень интересный магазин. Имя его хозяина Юриса Глазейтеса хорошо известно ценителям антиквариата. Здесь продается мебель из Голландии, которая уже имеет свою историю и хранит в себе дух старушки Европы. Другими словами, это тот самый секонд-хенд, который так популярен на Западе и становится все более и более популярным у нас. Когда я вижу антикварную вещь, вот я ощущаю, что эта вещь живая. Для любителей старины неповторимого интерьера здесь раздолье. Мебель салонного типа подойдет владельцам загородных домов, коттеджей или же больших квартир в старых домах. Приверженцам традиционного стиля будет предложен большой выбор предметов из массива дуба и разнообразные интерьерные вещи, например, механические напольные часы, предметы кухонной утвари, картины, вазы. Вся мебель в очень хорошем состоянии. Это понятно, потому что сделана она на века и, скорее всего, послужит еще вашим внукам. А та, что нуждалась в реставрации, обрела первозданный вид. Для такой работы требуется настоящее мастерство. Я был художником-реставратором в музее и знаю, из чего делали раньше мебель. Из какого дерева. Сейчас, если делать такой же, сейчас из опилок все делают или там из картона. Конечно, антикварная мебель, она, во-первых, экологически чистая. Во-вторых, если она достояла до нашего времени, значит, она сделана качественно. Некачественно уже с годами пропала. Есть еще один приятный момент. Покупка мебели в этом магазине может превратиться в процесс создания неповторимой атмосферы уюта в собственном доме. Ведь ее можно сочетать с предметами современного интерьера. Мне нравится, когда смешано. И антиквар, какую-нибудь изюминку, и модерн, может быть, почему бы нет. Купив какую-либо вещь, вы непременно приедете еще не один раз, чтобы в том же стиле подобрать ему собрата. Некоторое время кропотливой и творческой работы, и ваш интерьер станет единственным и запоминающимся. Большинство опрошенных нами горожан на вопрос о предпочтениях при выборе мебели ответили однозначно. Ну, конечно, предпочитаю антиквариат, без него жить не могу.